ежики. Целая семья. Ежевые детки. Детки. Ежина моя. Все хозяйство ежина глажено, ухожено. Надо вам сказать. Рокату тишина, нужно после ужина. Ежедневно спать. А я не хочу спать. Я не буду спать. Ежики. Ежедневно спать. А я не люблю спать. А я не умею спать. Мы разучились. Ёжики, иголки на бочок и молчок. Очень что-то суточки недолгие. Светлые денечки наши недолгие. А я потеряла, рассыпал спальные иголки. Только остались прыгалки да бегалки. Перестаньте стучать иголками, вы разбудите старших зверей. Отец сказал бы детям, такой солидный, умный ёж, ну а как кто себя ведёшь? Наш солидный умный ёж, папа ёж, лап наш ёж, ты как-то себя ведёшь, как себя ведёшь. Если ты сейчас возьмёшь, раньше нас вдруг соснёшь, твои детки молодёжь пропадут не за грош. Отец, отец, скажи ежатам, ты отец или кто? Отец, я-то отец, а вот сказки мои видно конец. А? Какой сказки? Жалко, хорошая. Поучительная сказка была, любопытная, надо вам сказать. Ну вот, пожалуйста, дошалились. Теперь и я из-за вас новую сказку не услышу. Братец Ёж, ты знаешь, мне кажется, я уже засыпаю. Ага, и я. Иголки на бочок и молчок. Отец, ты видишь, они иголки на бочок и молчок. Уж вы больно как-то сразу, надо вам сказать, я же не заяц. Я так быстро не смогу. Минуту тому назад шалили, а теперь сразу. Братец Ёжик, по-моему, я засыпаю не сразу. А вот знаешь, как-то вот через несколько минуточек тому вперед, а? Ага, и мне, например, кажется, что я засну через одну сказочку тому вперед, а? Отец, ну, слышишь? Вперед. Ладно. Сказка про ленивого Гейнца, ленивую Трину и чем все это кончилось. Мэ. Слышали? Жили-были две козы. Одну козу пас человек по имени Гейнц, а соседнюю козу пасла девица по имени Трина. А коза глупее зайца? Молчи. Молчу. Глупее зайца зверя нет. А ты? Молчи. Молчу. Коза у Гейнца трудилась целый день, а Гейнц у козы целый день ленился. Ну и что такого? Она коза, вот она и трудится. А я правильно ленюсь. Как хорошо. Весь день лениться. Побольше спать. Поменьше шевелиться, поменьше шевелиться. Как можно больше спать? Я умный, поэтому мне надо лениться. Любой меня поймет. Кто капельку умен, поймет, зевнет, кивнет. Чудесное занятие, чудесное занятие. Проспать год напролет.
Правильно мекаешь. Тебе трудиться, а мне лениться. И не будем друг другу мешать. У тебя на первой травка, на второй кустике, на третье козье молоко, а у меня на первой, второй, пятое, десятое покой и лежание. Такое у нас с тобой трудовое меню. Нет. Правильно, козочка. У меня лежание, а ты при мне. Значит, у нас отличное прилежание. Соседская коза тоже трудилась целый день. А хозяйка Трина... Ну и это самое, как его труд. От сна до сна умаешься. Дышать да кушать, глазами видеть, ушами слышать, цветы нюхать, сбоку на бок тело поворачивать. Совсем похудеешь от такого этого самого, как его, труда. Мэ. Господи, да не тревожь ты меня, мэкалка. Нравится тебе работать? Мэ. Работай. А мое занятие — отдыхать. Вот у нас и выходит разделение этого самого, как его, труда. Мэ. Господи, скорее бы вечер, скорее бы смеркалось. Умаешься ждать от сна до сна. Слушай, коза, а у меня идея. Женюсь-ка я на соседке Трине. У нее тоже коза есть. Вот она и будет вас обеих пасти. А я уж тогда буду лениться и наслаждаться. Совсем без помех. Умно? Не. Умно. Свадьба. 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 Все, что нужно после свадьбы, полежать бы и поспать бы. Не учиться, не спешить и не ходить бы. Лишь лениться, вот что нужно, отженить бы. Ну, еще по рюмочке и на покой. О, хорошо пошло легко наше козье молоко. Ну, все. Я теперь прилягу, а ты, жена Трина, ступай козочек наших пасти. Кто? Я? Ты думаешь, мне свадьба зачем? А мне? Ты думаешь, зачем? Думаешь, мне одной козы мало было? Думаешь, я мечтала еще и с твоей козой, это самое, как трудиться? Я про тебя не думал. Я про себя думал, чтобы моим любимым делом заниматься. А у тебя какое любимое? Лениться, а у тебя? Лениться, 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 лениться. Ой, ты любишь это дело? Да, значит, мы оба любим. Так давай вместе всю жизнь дружно лениться всей семьей, а? Никуда не ходить, пальцем о палец не ударять. Ничего не читать, не знать, не следить. Не волноваться, не расстраиваться и не раздваиваться. И никогда ничего, никому ни за что это самое, как его, не трудиться. Мэ, мэ, мэ. А что же с козами? А козочек, надо вам сказать, они решили обменять. Милый Гейнс, зачем мы понапрасну портим жизнь
догубим нашу молодость. Отдадим-ка лучше наших коз соседу, а он даст нам за них свой пчелиный улей. Да, ну их, коз. Беспокойное хозяйство. Каждое утро мекают и будет нас от сладкого сна. А пчелы сами себе летают, спать не мешают, относятся к человеку пчеловечески. Правда? Конечно, поставим улей позади дома на солнышке и никаких забот. Знай только мед, в кувшины собирай сладенький. Ты рассуждаешь прекрасно. Кажется, ты почти такая же умная, как и я. Мед куда вкуснее, чем козье молоко. Да и не портится он дольше. Правда, я гениальная, Гейнс? Нет, нет, ты Гейнс линеальна. Как хорошо. Весь день лениться. Побольше спать, поменьше шевелиться, поменьше шевелиться, как можно больше спать. Дай слова списать, отличные вещицы. Да вон над кроватью висят, читай. Чудесное занятие проспать год напролет. Ах, хорошо. Чего же хорошо. Теперь целый день можно лежать на мягкой перине. Да, вот уж было тяжелое и утомительное время. Все лето с весны до поздней осени козу пасти. Ни прилечь, ни соснуть по-настоящему нельзя. Во все глаза гляди, как бы коза не заскочила в чужой сад. Ой, да не объела бы молодые саженцы, а то и вовсе сбежала бы. Ну разве можно при такой работе жить спокойно и радостно? Здравствует веселье, лежачее безделье. Медовая, ленивая, малиновая сласти. Совместное, ленивое, сиреневое счастье. Гейнс. Трина. Гейнс. Трина. Ух, Трина. Гейнс. Гейнс. Трина. Гейнс. Трина. Ух, Трина. Трина, Трина, Трина. Трина, Гейнс, пуховая перина, медовый леденец. Да здравствует печина, бесплатная корзина. Зеленая, вареная, сплошные шоколады. Печеная, копченая, мороженая радость. Трина, Гейнс, Трина, ух, Ирина, Гейнс, Гейнс, Трина, Гейнс, Трина, ух, Ирина, Трина, 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 Гейнс, пуховая перина, медовый леденец, Трина, 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 Трина.
ли льница Трина 20 тысяч лет? Если у меня теперь и поднимется рука, то только для того, чтобы сладко потянуться. А если я теперь куда-нибудь пойду, только лишь зевающей походкой. А если с кем и придется заговорить из соседей, то только с вызывающим видом. А на именины мы будем дарить друг другу зевательную резинку. Мы прозеваем с тобой всю жизнь. Мы прозеваем и лето, и зиму. Мы прозеваем и весну, и осень. Мы прозеваем и горе, и радость. Да здравствует наша зевотная жизнь и весь зевотный мир придачу. Как там наши пчелки работают? Погляди-ка. Неохота голову к окну поворачивать. Погляди-ка сам, муженек. И мне неохота. Однако напротив пуховой кровати висело большое зеркало, надо вам сказать. И в это зеркало Гейнс разглядел дерево липу, у которого качались листочки на ветках. Я, как очень умный человек, кое-что придумал и могу с точностью тебе сообщить, Трина. Пчелки наши работают, они снимают пыльцу с липы, значит, нам обеспечен липовый мед. А пчела глупее зайца? Молчи. Молчу. Глупее зайца звери нет. А ты молчи. Молчу. Работяги-пчелы неутомимо летали все лето, с самого раннего утра до самого позднего вечера. И к осени улей был полон прекрасного меда. Гейнс набрал его целый кувшин. Куда ставить, как думаешь? Думаю, в спальню, ближе к постели. Так. Здесь хорошо будет? Еще? Так. Поближе? Так. Так. Теперь пониже? Так. Так. Дотягиваешься? Теперь дотянусь. Закрой окно. Дует. Куда это я пойду? Уже вечер. Сама. Иди к окну. Что? Что такое, Трина? Я боюсь. И тебе не лень такой чепухой заниматься? Я боюсь за наш мед. Как бы кто-нибудь не стащил его, ведь окно-то мы не закрыли. Умница, Трина. Почти как твой муж, то есть я. Надо бы ореховую палку. Вон она, в углу. Лежит здоровенная. Сразу троих убьет. Надо ее рядом, в кровать положить. Трина. Надо положить. Гейнс. Надо. Трина. Палка для отгона воров – это мужское дело. Ты забываешь иногда, что я умный. Иногда, правда, забываю. Что будем делать с палкой, муженек? Окно-то открыто. Я предлагаю очень сурово на нее глядеть, а про себя повторять. Иди сюда, палочка. Иди сюда, иди сюда, палочка. Иди сюда, иди сюда. Это называется внушение на расстоянии. И они, надо вам сказать, так и впились глазами в ореховую дубину. Слышите? Это подул из окна ветер, и палка подкатилась сама к постели. Правда, ветер был такой, что еще упала тумбочка, свалились часы и заскрипел деревянный сундук, но супруги на это не обратили внимания. Какой же ты умница, Гейнс!
Палка, ты и вправду послушалась нашего внушения. Да уж, со мной тебе нечего бояться. Ну, так, внушительную палку сюда, кувшин на месте. На месте. Будем спать. Ты кто? Ты что? Ты Гейнс? Я Гейнс, а ты Трина. Всю жизнь Трина, спи. Гейнс, ты что? Ты спишь? Я сплю, а ты спишь? Я сплю. Кувшин. Тут. Ой. Слушай, нельзя палкой окно закрыть? Окно закрыть, окно закрыть. Разбить можно. Закрыть не закроешь. Внушением окно закройся, окно закройся, окно закройся, окошечко. Окошечко. Уже лень. Спать хочется. Слушай, Трина, может нам променять этот мед, а? Что-то много хлопот с ним стало. И охранять его, и следить за ним. Кроме того, ты любишь сладенькое. Будешь лакомиться потихоньку медком. А на что мы его променяем? Давай променяем наш мед на гуся с гусятами. Давай. Гусь — это хорошо, на гуся я согласна. Га-га-га. 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 Только мы сейчас не будем менять. Давай дождемся, когда у нас вырастет сынок. Пусть он их и пасет. Не самой же мне возиться тебе с гусятами и портить... наше здоровье. Сынок, это хорошо. Сынком можно из кровати руководить. Не то, что это противное окно. О, боюсь, не станет наш сынок гусей пасти. Знаешь, какие нынче дети? Ужас. Ну уж известное дело, от рук отбились да, дети. Да, да, они, видно, думают, что стали умнее родителей. И все по-своему норовят, все по-своему. Как бы не так уж и достанется же ему, если он не станет меня слушать. О, да, скажет мамочка, так я тебя и испугался. Ах, да. Ах, не испугался, а вот этой палки не желаешь отведать. Господи, все. На кого ты замахнулась, Трина? На нашего с тобой родного сына. Его же нет, он даже не родился. И меда нет, кувшин совсем разбился. Я думал, в доме медом угостят. И меда нет, ни гуся, ни гуся. Гусь глупее зайца, гусь точно глупее. Молчи, не мешай папиной сказке. Глупее зайца звери нет. А ты? Молчи. Молчу. И прекрасный сладкий мед весь растекся по полу. Вот тебе и гусь с гусятами. Счастье еще, что кувшин мне на голову не упал. Да уж, мы еще радоваться должны, что все так кончилось. Вообще благополучно. От расстройства Гейнс прошелся, закрыл окно, нагнулся над бывшим, надо вам сказать, кувшином. Да нам тут еще... Да нам тут еще и полакомиться кое-чем осталось. Покушаем, Тринушка. Спасибо, я уже сыта. А впрочем, теперь какая разница? Покушаем, покушаем. О, вот и в этом черепочке. О, и тут. Бери. Вот. После еды, да после такого страха, не мешает и отдохнуть. Ой. Не беда, коли мы теперь встанем чуточку позднее.
День-то и так уж больно велик. Гинц. Трина. Гинц. Трина. Ух, перина. Гинц. Трина. Гинц. Трина. Ух, перина. Трина, Трина, Трина. Трина, Трина, Гинц. Медовому кувшину. Разбительный. Пролительный. Губительный. Внушительный. Конец. Доброе утро, ленивые ежики, на боку лежики. Здравствуй, заяц, чужую капусту кусает. Правильно. Дядя Заяц, ну? А папа вчера вечером одну очень сказочку рассказывал. Про меня? А, про меня. Это как заяц и медведь лисья на ухо наступили, знаю. Нет, не совсем про вас, но мы вас часто вспоминали. Ёжики. Молчу. Говорят, кого последним перед сном припомнят, тот и приснится. Значит, это вы нам снитесь, дядя заяц. Госпожа Ежиха, объясните детям, что я не только, как вы изволили заметить, капустку кусаец, я еще и обижаец, и очень сильно наказаец. Если я бы сказал, не очень умные дети свои шалости не переставают. Замолчать, с травки вставать, помыться, завтрак быстро. Есть замолкает, вставает. Есть, вымывает, питает, вкусняет. Жили-были ёжики, ёжики, целая семья. Ёжевые детки, детки, ёжена моя. Всё хозяйство ёжина, глажена, ухожена. Выйдем-ка гулять. Расскажу вам правду, как можно после завтрака выйти поиграть. Иглы посчитать, гостя почитать. Ежик, щекотно, ну щекотно же, вот здесь приятно, вот здесь хорошо, спасибо, ну щекотно, здесь нельзя, не балуйтесь, все, спасибо, ежики, гребежики, где же вы? Они, надо вам сказать, уже убежали, у нас не поработаешь, так и не поешь. В земле покопаться, насекомых не упустить, мышиные норки обнаружить. Это вам и работа, и питание, и труд, надо вам сказать, и удовольствие. Уж расхвастался, братец, не в меру. Со стороны тебя послушать, так ты прям как заяц-красавец, а не ежик-коротконожик. Как? Как вы про нас выразились, уважаемый? Как? Ежик-коротконожик, вот как? Все зайцы вас так кличут. Возьмите немедленно эти обидные слова назад. И если вы, надо вам сказать, за них не извинитесь, то я вас, извините за выражение, вынужден буду наказать. Ты? Меня? Неслыханное нахальство. Да ты только и умеешь, что иголками царапаться. Мы умеем очень многое. Возьмите слова назад. Толстые бочки, колючие бочки.
только спят да колются. Это неправда. Надо вам сказать, мы даже ночью трудимся, взрослые ежи. Мы шуршим в сухой траве. Мы уничтожаем вредных насекомых. Возьмите коротконожек назад. Что же мне, работяги? Полевые черепахи еле от травки до травки ползают, а туда же зайцу угрожать. Да, я, может быть, и ползаю, зато с огромной пользой. Возьмите слова назад. Да какие слова-то? Какие слова? Ну, что ты пристал-то? Сказано, коротконожка. Были бы у тебя зайчьи достоинства, я бы сказал, длинноножка. Хорошо. Уважаемый заяц. Ну, слушаю, уважаемый еж. Значит, вы думаете, что ваши заячьи ноги бегают быстрее и лучше? Чё ты пристал? Ну, разумеется, лучше, дальше и быстрее. Постой. Постой, не уходи. Хочешь со мной перегонки побежать? Ну, брат, Ёж, ты хорош. С тобой в перегонки. Ну, неужели ты думаешь, что ты на своих кривых ногах кого-нибудь на свете обгонишь? Тем более такого спортсмена, как я. А вот увидишь, что обгоню. Ну, а если не обгонишь? А если обгоню? Ну, а если не обгонишь? А если обгоню? Ну, а если? Что, а если? А если? А если, если, если ты обгонишь, я возьму свои слова назад и принесу извинения всему вашему уважаемому ежиному семейству. Но если ты проиграешь, я вот что сделаю. Я попрошу своего одного знакомого дятла, чтобы он на каждом дереве простучал объявление. Здесь, в этом лесу, проживает семья ежиков коротко. Коротконожиков и их папаша ежик кр... Не! Ежик кривоножик. Идет? Идет. Через полчаса встреча на этом же месте. Я подкреплюсь немножко, тогда и побежим, ладно? Ладно, ладно. А я схожу капустку с морковкой. Зайцы, трусы, это враги. Зайцы, трусы, это враги. Зайцы, трусы, это враги. Все имею для отваги. Глаз орлиный, нрав тигриный. Глаз орлиный, нрав тигриный, нюх собаки, мои уши развиваются, как флаги, никого не опасаясь и в детали не вдаваясь, жил на свете, слов на ветер не бросая, смелый, умный, быстроногий, мудрый заяц. Зайцы, трусы, это браки. Зайцы, трусы, это браки. Зайцы, трусы, это браки. Все имею для тваги. Жили-были ежики. Целая земля. Ёжа, ну, бегаешь ты, заяц, конечно, быстрее меня, но ты глуп, а я тебя перехитрю. Ёж, на кого ты похож? Что случилось? У тебя все иголки дыбом стоят. Жена, собирайся живее. Надо тебе сказать, мы с зайцем поспорили. Я говорю, что я бегаю быстрее, а он что он? Живее собирайся, скоро начнется соревнование. Я готова, идем, ты с ума сошел, это точно. Где это видано, чтобы ежи зайцами тягались? Он один раз шагнет, и ты уже далеко позади, сумасшедший старичок. Вот у этой сосны. Я знаю, что делаю. Я знаю. Тебе нравится, когда нас, ежей, коротконожками, кривоножками называют? Да ты что? Ничто. Ну и вот. Эта сосна — конец беговой дорожки. Твое дело такое. Как увидишь, заяц подбегает. Ты кричи ему. Я уже здесь. Понимаешь? И дыши, надо тебе сказать.
очень часто. Вроде бы победа тебе досталась трудом. Так, ну немножко взбей прическу. Так, ну теперь мы с тобой как две иголки с одной елки не отличишь. Все ясно? Ясно. Белые умы быстро, длинноухи, длинноноги. Заяц! Уважаемому ежу, наше заячье почтение. Ну что, побежим? Побежим. Значит, это моя борозда. Так, а это твоя борозда, так? Так, так. Значит, начинаем бежать от этого толстого дуба, а конец пути вон та высокая сосна, так? Так, 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 так. Ну, от дуба так от дуба. Ну, ты как, готов? Угу. Ну, ты уж вздохни поглубже, да. Последний разок-то. Да, хорошо. Внимание. Раз, два, три. А я уже здесь. Ах, ты ешь. Ну что ж, бежим теперь обратно. Раз, два, три. Здорово. Я уже тут. Да? Вот это дело. Ну давай бежим еще раз. Ладно, если так хочешь, побежим еще раз. А я уже здесь. 5202 6 200 100 Добрый вечер. Я уже тут. Побежали по 75-му кругу? Нет, что ты. Нет, не могу. Я устал. А, понимаешь? Понимаю. Вот. Бедный заяц. Да. Язык заплетается. Значит, у кого ноги быстрее? У тебя. Ты прости, брат. Извини. Беру слова назад. Ежиха? Не надо. Ежиха, детки, все сюда. Вот, заяц. Хочет нам что-то уважаемое сказать. Говорите, уважаемый. Дорогие, извините меня. Я больше не буду. Бедный зайчик уже съежился весь. Глупее зайца зверя нет. Молчи, побежденного обижать стыдно. Отец, как ты думаешь, он спит или уже? А это мы теперь проверим. Например, есть такая сказка. Рыжая лиса, дружные гуси, и чем все это кончилось? Жила-была хитрая, рыжая-прирыжая лиса. Ёжики, пора спать, быстро ложиться. Все хозяйство ёжина, глажено, ухожено. Надо вам сказать, травка отутюжена, можно после ужина. Ёжики, а я не хочу спать. А я не буду спать. Ёжики. А я не люблю спать. А я не умею спать. Мы разучились. Отец, скажи ежатам, ты отец или кто? Я-то отец, а вот новой сказки видно конец. О, братец ёжик, по-моему, я уже засыпаю. Ага, и я иголки на бочок и молчок. Отец, слышишь? Только я засну не сразу, а вот через несколько минуточек тому вперед. Ага, и я ровно через одну сказочку тому вперед. А? Слышишь, мы иголки на бочок и молчок. Ну давай, расскажи про хитрую лису, про гусей и чем все это началось. Ладно, уже поздно, я устал соревноваться с зайцами. Так что сказка будет, надо вам сказать, сказка-коротконожка. Пришла однажды лиса на лужок. А на лужке гуси пасутся, которых так и не приобрели. Ленивый Гейнс и ленивая Трина Перина, помните?
гусь – это хорошо. На гуся я согласна. Помните? А гуси хорошие, жирные. Что сказала лиса? А гуси глупее зайцев. Ты умнее гуся, молчи. Лиса сказала: я вас сейчас всех съем. Правильно. А гуси что ответили? Не ешь нас, пожалуйста, лиса, пожалей нас. Не буду я вас жалеть, мне время пришло питаться, всех съем. Ой! Тогда один гусь, самый умный, вышел вперед и говорит... Что он говорит? Мы тебе, говорит, зайца поймаем, его и ешь на здоровье. И где же они его поймают? Нет, он говорит, давай мы тебя... с ежом познакомим. Он тебе сказку расскажет, лучше всяких обедов и ужинов. Да, и в сказке как раз говорится, что один гусь вышел вперед и сказал рыжей лисе: отец, ну? Сказал: уважаемая лисица, гусоедка, мастерица, мы готовы усмириться, умереть и удалиться, но перед нашей смертью позволь, уважаемая, хоть одну песенку спеть. А как только споем мы песенку до конца, тут нам и конец. Бери и ешь нас на свое лисье здоровье. Мы даже сами заранее в таком порядке встанем, чтоб тебе легче было выбирать, кто пожирнее. Согласна? Согласна. Ладно, говорит, пойте. И гусь скомандовал: гуси-лебеди, по порядку жирности перед госпожой лисицей становись! Они встали, тогда он скомандовал: гуси-лебеди, последнюю лебединую песню запевай! И сам первый начал. Лиса зажмурила глазки, и песня началась такая. Га-га-га-га, га-га-га, га-га-га-га-га. Тут второй гусь стал подпевать. Га-га-га-га, га-га-га, га-га-га-га-га. А потом и третий подхватил. Га-га-га-га-га-га, га-га-га-га-га-га. Га-га-га-га-га. Когда кончат гуси петь, тогда и сказка кончится. Съест их лиса. Га-га-га-га-га. А только гуси умнее лисы, умнее зайца и ленивого гейнца, да? Конечно, так они ей и кончат петь. А если устанут, ежики придут и подтянут. А ежики устанут, пчелки слетятся и подтянут, а пчелки устанут. Ой, примите нас, ежики. Гейнс и Трина, примем. Примем. Ой, ежики, меня примите. Заяц, примем. Примем. А если все устанут? Тогда, детки, которые нашу сказку услышали, тянут и вытянут. А гуси отдохнут и снова свою песенку. Они и сейчас еще кричат. Слышите? А вы спите, спите. Не бойтесь, лиса не съест гусей. Вы спите, а они вам будут напевать. Жили-были ежики, целая семья. Ежевые детки, детки, ежена моя. Все хозяйство ежина, глажина, кожина,
вам сказать. Травка отутюжена, можно после ужина. Ежедневно спать.